Пять лет назад к сети компании «Интерсвязь» в Кургане подключился первый абонент. Это событие стало знаковым и для нашего города, и для интернет-провайдера. У жителей появилась возможность обрести надежные услуги, а компания получила статус федерального оператора связи. За пять лет многое изменилось, но остались сотрудники, которые с первого дня открытия курганского офиса трудятся на благо абонентов. Пять лет назад, когда мы открылись, о нас в городе никто не знал. Подключали, вот первого нового абонента подключаем, он спрашивает, а что это такое интерсвязь? Ну, первого абонента нашего подключенного мы на лимузине катали по городу Курган. Мы показали, что пришли в Курган с добрыми намерениями. И сейчас у нас как бы много абонентов новых в Кургане подключаются. Вот. Потому что интерсвязь это делает все на совести. К первому юбилею компания получила от абонентов особенный подарок. Их количество за год выросло так, как до этого росло в течение 4 лет. Резкий скачок темпов подключения свидетельствует о том, что возможности для пользователей соответствуют самым современным требованиям. Высокий сервис, внедрение инновационных сетевых технологий, качество и безопасность. Такое у компании правило. Мы при строительстве своих сетей связи используем самое новое, самое совершенное оборудование, также самые последние разработки в области технологий. Это позволяет нам довольно-таки быстро выполнять свои работы. И в этом году мы планируем, к концу этого года, мы планируем подключить большую часть домов города Кургана. Сейчас мы активно подключаем дома в районе дома быта и детского мира, то есть такой район трех парков, ну и прилегающих к нему территорий. Компания «Интерсвязь» подготовила ответный подарок и новым абонентам, и тем, кто уже подключен к ее сети. В августе каждый посетитель центра обслуживания в Заозерном получит памятный сувенир от любимого оператора связи. В честь пятилетия нашей компании мы дарим полный пакет услуг. При подключении в августе безлимитный интернет, цифровой кабельный ТВ будут бесплатными в течение месяца. Успевайте до конца августа. По случаю пятого дня рождения в центре обслуживания абонентов прошел большой праздник, на который пригласили всех жителей города. Множество конкурсов для детей и родителей, веселые фотографии с осликами, символами компании, а также зажигательные танцы никого не оставили равнодушными. Все гости получили сертификаты и подарки. С уверенностью можно сказать, свой первый юбилей в Кургане «Интерсвязь» отметила по-настоящему широко и весело. Представители компании поблагодарили всех за поздравления и пообещали повторить яркий праздник.